Three. Here. No, I'm not a writer. Okay. Всем привет! Приехали мы на интересный водоем. Это называется река Омнянка, но она перегорожена двумя дамбами. И вот посмотрите на берег, одну дамбу прорвало, и очень много воды ушло, и рыба вместе с ней. Ну и тут еще говорят, рыба осталась. Рыба тут разная, и карп, и щука, и толстолобик, и белый амур. Приехали, уже споймали пару окуней, плотву, красноперку, но пока большой рыбы не было, но будем пытаться ловить что-то и большое, и маленькое. В общем, рыбалка продолжается, будем пытаться что-то словить. Дождик нас немножко прогнал, не знаем или уезжать, выйдем мы отсюда или нет, но еще немножко подождем, может эта туча и пройдет. Все-таки май месяц, может дороги и подсохнут. Кукушка прямо над нами на дереве сидит. Как раз раскаты грома, и Саша споймал у нас, побежал, увидел, споймал карася. Вот Саша споймал такую плотвину здоровенную.
пружина, пружина, пружина. Так, тихо. Пружина. Карасик, хороший карасик. Боже, боже, что это? Это рак. Теперь мы будем его. Шипнеску. Грязный. Я боюсь. Сразу ловили на опарыш и на манку. Ну, забивала мелочь, мелкая красноперка, мелкая плотвичка. Ну а сейчас начали одевать по две перловины. Вот так я их одеваю. И клюет большая красноперка. Кончик немножко виден. Смылся. У Саши что-то клюнуло. Нет, это карась. Нет, мам, не надо. Что не надо? Сейчас попробую. Карась? Нет. Давай лучше. Что-то не согласен. Ну, такой красавчик. Слышишь? О, какой! Подсаку надо? Нет, не пойму, мелко. Я думаю, что дергается, что-то мелочь. Ну не так, тогда оно конфетно чувствует. Вот такая плотвища, красноперка. Положи.
пойманная за глаз. Закончилась наша рыбалка на сегодня. Сидели мы с обеда и до вечера. Ну и вот что мы споймали. Оп. Ай, рак. Ой, рак. Вот такие караси тут ловятся. Ну, узнали, что ловятся на горох. В следующий раз приедем с горохом. Ну и рака споймали. Напоследок еще на пружину клюнул карасик. В следующий раз будем на горох тут ловить таких. Всем счастливо. Подписывайтесь на мой канал. Всем не хвоста, не чешуй.